Приветствую всех на моем канале. 5 августа в 22 часа, ровно по московскому времени, в Москве состоится грандиозный поединок между известными борцами в турнире серии «Бойцовский клуб» РЕН-ТВ Вячеславом Дациком и Джеффом Мансоном. Прямую трансляцию боя будет транслировать телеканал РЕН-ТВ. Бойцы однозначно неопределенные, но почему-то букмекеры ставят на победу Дацика наибольшие коэффициенты. Понятно, что бойцы уже давно не молодые, а ветераны своего дела, и лет, им уже под сраку. Дацику уже 42 года, а Мансону вообще уже 51 год. Казалось бы, ну какого хера вам еще надо? А нет, надо еще насладиться бойцовской жизнью. По прогнозам букмекеров и аналитиков, фаворитом этого боя выйдет россиянин Монсон. А посмотреть этот поединок можно будет на телеканале РЕН-ТВ в 23 часа ровно. Пожелаем русскому американцу победы. Всего хорошего, до новых встреч.